Для многих переезд в новый многоквартирный дом, как правило, настоящий праздник. Но в случае новоселов, проживающих по адресу Свободы 62 в Черкесске, переезд превратился в одну большую проблему. Айшат Курбанова уже перевезла в свою новую квартиру все вещи. Но каково было ее удивление, когда грузчики рассказали ей о том, что стены ее новой квартиры украшают микротрещины. А учитывая то, что Айшат – инвалид по зрению, для нее эта новость стала неприятным сюрпризом. Честно сказать, я бы сама это не заметила. А потом уже также увидела, что с печкой у меня тут проблемы, с электричеством оторвана вот эта розетка. Ну и также и в ванной там всякие недочеты. Я просто в этом не особо разбираюсь, поэтому... В общем, много всего. А в этой квартире вовсе недочет на недочете. Выломанные дверные замки, некачественная установка балконных дверей, а вишенкой на торте стала некачественно установленная оконная рама. По итогу раму, конечно, заменили, но и она, по словам жильцов, ходит ходуном. Ее, конечно, таки нам заменили, но они ее не укрепили. Когда здесь бывают ветры, оно как бы, ходит ходуном. Я не знаю, она вся на пене, ее нужно укреплять, и это... Очень страшное дело, потому что если мы вдруг сюда заселимся, и оно, не дай бог, опять выпадет, то будем отвечать уже за людей мы. Подобные строительные недочеты присутствуют и в некоторых других квартирах этой новостройки. Но главная проблема на сегодня – отсутствие отопления. Люди буквально замерзают в своих новых квартирах. Наш телеканал обратился к ответственным ведомствам. Минстрой, отдел жилищного контроля мэрии Черкесска в поисках ответов на вопросы жильцов. В данных инстанциях нас заверили, что с вопросом ознакомлены и намерены его решать. В частности, тепло в новостройку обещали запустить в течение ближайшего времени. Остальные проблемы этой многоэтажки также взяты на контроль. У нас есть договоренность, есть гарантийное обязательство подрядчика, застройщика, который непосредственно занимался строительством этого дома. И на данный момент подрядчик устраняет все эти недочеты. Они уже начали этим заниматься уже довольно давно, уже месяц как. Дом новый. Вопрос с управляющей компанией пока на стадии решения. Впрочем, согласно правилам, подрядная организация несет гарантийную ответственность в течение 5 лет с момента сдачи дома в эксплуатацию. А значит, ей предстоит в ближайшие сроки устранить строительно-монтажные недочеты. Наш телеканал продолжит следить за развитием ситуации по данному адресу. Алина Гидиева, Далиль Мирза, Архыз 24.